обзор сапог из Декатлона. Пишут, что они якобы до минус 15 тестировались в условиях рыбалки где-то часов 5 при плюс 3 градусах на льду. Они показали себя с хорошей стороны, но на минус 15 и минус 10, я думаю, вряд ли можно у них рассчитывать. Снова контакт. Подошва у них хорошая, цепкая. По льду не скользят, по снегу тоже. Герметичные, держат хорошо воду, то есть вот так нормально. Выше не тестировал, не знаю. В принципе, ничего, сапоги такие. Толщина небольшая. Лучше одевать шерстяным носком. Вот. В принципе, все. Неплохие сапоги за свои деньги.